Армения намерена провести через Грузию новый интернет-кабель с целью обеспечения информационной безопасности, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваган Хачатурян. Однако контрольный пакет акций компании «Caucasus Online», обслуживающей кабель из Болгарии в Грузию, 51%, был продан азербайджанской компанией «Nexol Holding». Среди операторов представлена и азербайджанская сторона. Во время войны у нас были определенные проблемы. Мы выясняем, возможно ли проложить новый кабель по дну Черного моря к Грузии и Армении, вещает Хачатурян. Он отметил, что проект может быть реализован и на бюджетные средства, но может залезть и в карман ЕС, который в течение 5 лет обещал выделить Армении более 2,5 миллиардов евро.